Дорогие подписчики, всем привет-привет! Сегодня я получил очень такой маленький заказик, он у меня чисто клиентский, не мог долго ждать и заказал, отправил заявку, что есть, то есть. Так, это у нас заказ по 13 каталогу. Давайте посмотрим, что у меня заказали клиенты. Так, это открыточка, компания вкладывает в заказ, мы отмечаем День Матери весь сентябрь. И вот такая замечательная открыточка. Так, у меня заказали, если видели каталог, на первой страничке есть вот такой вот замечательный набор, 2100 с чем-то тенге получается, не помню. Цена очень выгодная, потому что по отдельности лосьон стоит 1400, а спрей 1100. А так за 2100 можно заказать. Это моя одна из любимых линеечек, Эканта называется. Парфюмированный лосьон, розовый букет и кашемир, и, соответственно, парфюмированный спрей. Спрей нежный, мне очень этот аромат нравится, я прям рекомендую, заказывайте. Так, потом у меня заказала клиентка постоянная, она берет Summer White. Сейчас я ей позвонил, сказал, говорю, то, что Summer White идет по очень выгодной цене, 1400 тенге. Она заказала сразу два Summer White. Summer White один из самых ходовых ароматов в этой линейке, оранжевый. Summer White Sunset называется. Потом у меня заказали крем для рук и бальзамчик для губ Забота Глицерина. Такой симпатичный дизайн. Не помню, сколько стоит. Крем для рук что-то 330, по-моему, а бальзамчик 300 тенге, по-моему. Так. Так, заказали у меня гель для душа. Мне тоже этот гель для душа нравится. Очень такой он классный. Он очень сладкий, но когда в душе, особенно когда холодно на улице, прям приятно. Так, мои обзоры люди смотрят. Это уже радует, потому что после обзора ко мне обратилась девушка и заказала вот эту замечательную масочку. Говорит, ей очень понравился обзор, не смогла устоять. Я надеюсь, что и масочка ей тоже понравится. Ну вот, в принципе, и все. Это у меня тоже заказали два клиента. Воспользовались акцией. Ароматы по акции, если что-либо берете, 1300 тенге каждый. Поэтому очень выгодная цена. Они обычно 2000 стоят 1900. Самые ходовые и популярные ароматы Persif Dieu и Cherish. Ну вот, дорогие подписчики, все, на этом мой заказ закончился. До новых встреч. Всем любви и добра. Все, пока.